Всем привет! Расскажу вам, как правильно разобрать капучинатор для чистки от кофемашины Saeco, либо же от кофемашины Philips, чтобы его не сломать. Итак, берем наш бак, как обычно, вот фиксаторы по бокам, достаем, отставляем в сторону. Крышка сама собой у нас отошла. Итак, вот в таком положении он у нас в открытом. Закрываем его. И поднимаем вверх. Очень часто задают вопрос, как разобрать капучинатор, не сломав его. Берем следующим образом. Вот это как раз у нас есть рабочая часть капучинатора. Достаем трубочку. Достаем, зажимаем вот эти две детали. И тянем капучинатор вверх, держа корпус. Вот он у нас отошел. Корпус откладываем в сторонку. Далее что мы делаем? Здесь стоит пластиковая часть, и в пластиковую часть одета резинка, резиновая часть капучинатора. Достаем ее к верху. Достали. Ориентир у вас круг и полу. Сферка такая при сборке. Отлаживаем его в сторонку и достаем подвижную деталь, которая наезжает у нас при варке, когда мы достаем здесь с капучинатора. Достаем ее и это все отправляем замачиваться на чистку. Для чистки мелких отверстий я использую вот такой шомпол. Он вставляется в отверстие и хорошо чистится. Но не забудьте отмочить эти детали, если сильное загрязнение молочного камня. Молоко имеет свойство твердеть, и его потом сложно вымыть. Таким образом я чищу все детали. Для шлангов у меня есть длинные шомполы, которыми также удобно чистить и шланги после того, как они отмокли. Далее мы что делаем? После чистки мы собираем наш капучинатор. Берем нашу часть основную. Здесь тоже можно шомполом прочищать. Прочищаю я здесь более крупным шомполом каждое из четырех отверстий. Когда мы все прочистили, берем нашу резинку. Резинку тоже нужно прочищать все отверстия. Как я показывал, переворачиваем. И берем нашу пластиковую часть. Вот наши три основных детали, которые нужно не спутать. Одеваем пластиковую деталь данную. И у нее есть такой выступ. Этот выступ, под него есть вот здесь ложбинка такая. Как раз, вот если посмотреть, оно садится хорошо в ложбинку. Когда эту деталь собрали, берем нашу резиновую деталь. Как я говорил ранее, полусферой в эту сторону. И одеваем полностью. Одели полностью. Далее берем корпус капучинатора. Его тоже здесь тщательно вычищаем. И защелкиваем. Когда он защелкнулся, берем наш шланг, вставляем. Основу, корпус вставляем. Закрываем нашей крышкой и собираем. Наш капучинатор полностью отмыт. Кому было полезно, ставим лайки, подписываемся. Всем пока!